хорошо. Не асфальт, а окопы. По такой дороге только танки пройдут. Но челябинцы каждый день преодолевают участок улицы Двинской на легковых автомобилях. Ее и обнаружили на карте убитых дорог представители Общероссийского народного фронта. Направились сюда из своей псковской штаб-квартиры. В первую очередь мы задаем вопросы представителям дорожных ведомств, которые отвечают за дороги по городу. Как правило, проблемы, которые мы озвучиваем, они справляются, ну, если не мгновенно, то достаточно быстро. Главный инженер Николай Мельков определяет ТТХ челябинских ям. Максимально допустимые размеры – 0,06 квадратных метров. Глубина не более 5 сантиметров. Здесь, на Двинской, сразу 13 сантиметров к центру земли. И площадь в 270 раз больше норматива. На улице братьев Кошириных специалист демонстрирует собравшимся еще один прибор. Он проверяет качество разметки. В ней очень низкое число светоотражающих элементов. И также она уже по белизне, то, что мы видим днем, показатели тоже низкие. Инспекторы Народного фронта обещают, запросы по каждой дороге отправят в органы власти и спросят с чиновников отчет о проделанной работе. Затем подготовят доклад для президента. Впрочем, представители администрации оптимизма инспекции ОНФ не разделяют. Обозначить проблему одним кликом мыши можно, решить нельзя. Обязательные для дорожных работ процедуры занимают не менее полугода. Будет заключен договор с каким-либо проектным институтом, который выиграет аукцион, который разработает проектную документацию, которая пройдет все согласования, включая госэкспертизу. И потом мы сможем проторговать работы. К слову, проекту «Карта убитых дорог» 2 года. За это время челябинцы отметили на ней 580 участков. 90 из них уже привели в порядок. Столько же дорог пережили ямочный ремонт. Александра Мыльникова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.